Ранку доброго усім, з вами програма «Підйом» на нашому каналі, на телеканалі «Лот». І сьогодні в студії з вами Дар'яна Щокіна і Паша Прядко. Цим ранком ми говоримо про відпочинок, про туризм на Луганщині. І з цього приводу ми запросили до нашої студії нашу колегу Анжеліку Коломойцеву, автора програми «Луганський уікенд» і редактора першого регіонального. Доброго ранку, Анжеліко. Доброго ранку. Як було зранку прокидатися? Бо ми знаємо, що луганський уікенд не розпочинається о 7:00. Для меня вообще утро в 7 не распочинается, скажем так. Это для меня очень, конечно, рано. 3 будильника и 2 друзей, которые меня будили. И сегодня Анжеліка Коломойцева в нашей студии. Ну что ж, зараз мы будем говорить про то, насколько розвинений уикенд, розвинений відпочинок у нас в Луганську. Розвинений чи ні? Достаточно посмотреть в интернет и сравнить, например, Западную Украину и Крым, и Луганск, чтобы понять, что это... Ні, ну ми как маленький ребенок, да, маленький ребенок, еще который начинает развиваться благодаря людям, благодаря тем людям, которые это действительно те люди, которые хотят что-то сделать. Вот благодарим, он начинает развиваться. Конечно, не в таких объемах, но тем не менее развивается. Есть куда поехать, надо только знать, куда, и мы стараемся это показывать. А звідки ви дізнаєтесь про те, куди треба їхати ваша знімальна група, скажімо? Знаете, надо только начать, и ничего не бояться. А потом информация, она на тебя начинает со всех сторон лезть, капать. Поэтому не страшно. И я хочу сказать, что в каждом районе есть отделы по культуре и туризму, которые созданы. И люди очень хорошо владеют этой информацией и всегда помогают, очень хорошо помогают. Зажили на контакт, так? И я хочу сказать, что если у наших телезрителей есть какие-то вопросы и по сельскому туризму хотят поехать отдохнуть, достаточно просто позвонить в эти отделы по культуре и туризму, вам подскажут, помогут. Это не проблема. Где останній раз была ваша знімальна группа, и что вы снимали, и что більш запам'яталося? 2 дня назад, Беловодск, -21 на улице. Мы... снимали, и я хочу сказать, что в Беловодске вот в феврале открывается первый и единственный в Луганске центр ипотерапии, потому что Беловодщина это такой край, который известен прежде всего конезаводами, и наконец-то вот у нас открывается тоже такой центр ипотерапии, который в Украине... Я не знаю, сколько у нас так. Я знаю, что в Донецке это ипотерапия, это лечение с помощью лошадей. Это метод лечения, который очень помогает, он при многих заболеваниях воздействует и биополе лошади. Идет массаж мышц, особенно деткам, у которых полиомиелит, у которых... ДЦП. Очень много заболеваний, это мы все скажем в программе, сейчас не буду перечислять. И после регулярных занятий детки даже начинают ходить при помощи вот ипотерапии. И вот такой центр у нас открылся. Это редкость для Украины. Открылся у лютого мальчика. Да, да, да. Он уже все готово практически. Вот в феврале будет все готово к приему. А какое место наибольше запам'яталося у нас на Луганщине? Все время приезжаешь, все время удивляешься. Очень многие места, которые просто действительно поражаешься. Ты не знаешь, живешь и не знаешь просто элементарной информации. Те же вот Беловодск и конезаводы, у которых своя история очень интересная. Там опять же работают энтузиасты, которые все это пытаются сохранить. Были опять в Беловодске Свято-Троицкий храм, который это жемчужина Беловодска. Когда вы приедете, вы обратите внимание именно на него, у которого опять же своя история. Храмы, как люди, у них тоже и беды свои, и горе, и это все интересно. Везде, ну куда ни приезжаем, везде. Поражаешься тем сельский туризм, зеленый туризм. В селах, в районах люди открывают у себя вот эти мини-гостиницы. Ничего не знаю вначале, но хотят, обучаются и принимают туристов. Туристы приезжают не только из нашей области, приезжают из-за границы, которых, во-первых, это дешевый вид отдыха, во-вторых, им интересна наша степь, наша природа, вообще так, как живут люди. Мы были в Шульгинке, и нам сказали, что люди приезжают, им интересно везде сейчас модернизация. У нас оно все натуральное, сохранилось и природа, и вот как люди живут, так и живут в селе. Им это интересно, они приезжают и смотрят. Ну що, я так розумію, що якесь найкрасивіше місце нам все ж таки не вдасться зараз обрати, але ми знаємо, що наші мешканці Луганська знають, де і як можна відпочити, і що є для них найкрасивішим місцем. Які відповіді зараз почуємо, пропоную подивитися, а потім обговорити. Увага на екран.
Луганской области самое красивое – это озеро Багунное в станице Луганск. Да, ну, наверное, это все-таки восток нашей области. То есть, опять-таки, прикордонный район, то есть район той же Киселевой Балки и все. То есть, вот, начиная со станицы Луганской, вот, и туда дальше, ближе к России. Ну, это по Донцу. По речке Донцу. Там все места хорошие. Самое красивое? Да, не все так неплохо выглядят. В общем, одинаково, скажем проще. Станица Луганская. Не знаю, наверное, Киселева Балка, если так вот считать. Я там была просто. Не знаю, может, Березовая роща где-то у нас есть красивая. Ну, мне нравится, вот карьер есть, который затопило село Волнухино. Анжеліко, ну ось такі ми відповіді почули. Як можна їх зараз, скажімо так, обговорити? І що можна сказати з приводу почутого? Я слышала Волнухинський кар'єр, дуже про нього слышала. Я скажу, це ужас. От я понимаю, люди, туда, не так я гарно скажу, там. Я там була один раз і більше ніколи. Я вам скажу, отдыхають люди, Волнухинський кар'єр. И куча мусора, и между ними отдыхающие. Багато. Я хочу сказать, вот обратили внимание, многие люди говорили, Донецк, станица, это вот места, которые люди привыкли ездить на Донецк. Все хорошо. Я хочу сказать одну нашу проблему почему-то. Везде грязно. Почти везде грязно. Почему так, я не знаю. Я надеюсь, что со временем, вот Волнухинский карьер, я не знаю, да, может быть, кому-то там нравится. Но я не знаю, там гарно, было... там звичайна вода. Вона ж як бирюза, ось ця вода. А, знаете, вот интересно даже эту воду проверить на то, она, да, она как бирюза, но вы видели, что вокруг делается, вокруг идут какие-то работы, все это падает в воду. Если взять анализ этой воды, кто знает, что там. И опять же, куча мусора, это просто, это я не знаю, оно никак не располагает к отдыху. Добре, про це поговорили. Куди можна ще вирушити нашим мешканцям для того, щоб відпочити? Шульгінку ми згадали, Станично-Луганський район почули люди, Біловодськ теж почули. Що ви ще знаєте? Ну, я скажу, это смотрите наши программы, смотрите «Луганский уикенд», то, что мы знаем, мы рассказываем. Следующая передача, вот мы были в Беловодске, будет посвящена Беловодску. Через передачу мы посвятим целую программу Луганску. С каким подтекстом? Если к вам приезжают гости, родственники, друзья, нужно немножко показать себя и умным, и начитанным, и так далее. Мы расскажем немножечко, сделаем такие нарысы, наброски, расскажем немножечко о местах, чтобы можно было плеснуть эрудиции потом при своих друзьях, с чем связано, какие-то исторические памятные. И также покажем места отдыха, где можно отдохнуть в Луганске. Это будет, ну я скажу, это будет развлекательный центр, пока не будем говорить, как можно отдохнуть. А чтобы рассказать, куда поехать, это мы говорим об этом в каждой передаче, там не просто перечислять сейчас. Там, где мы а скільки в середньому коштує зараз відпочинок? Это очень самый дорогой, самый дешевый вид отдыха. В сравнении, опять же, с Крымом, Западной Украиной, сельский турист на Луганщине, я скажу, говорю конкретно, та же Шульгинка, например, 150 гривен. Это входит трехразовое питание. Питание, как говорится, на убой. Потому что у хозяек свое хозяйство, вас кормят пирожки, а что такое, варенички. Пробачте, я запитаю, далее, что да? Такое сельский туризм? От чим он відрізняється? А через кому пишеться? Зелений? Або не через кому? Зелений сельський знак туризм. Равенства. Так, так. Знак равенства. То есть вы приезжаете в село на 3 дня, на 4, просто отдохнуть от города, от всего. Вы приезжаете, живете в сельской местности. Вокруг тишина, лес, речка, поют птички. Хозяйки за вами ухаживают, как за родными, за близкими. Потому... Mm-hmm. Это действительно они такая обстановка люди, там взагалі. И есть. У них свое хозяйство. Вам готовят с утра домашнее. Все... питание не ограничено, все со своего подворья, и все это за 150 гривен, за трехразовое питание, за все, вы живете, проживаете, довольно-таки недорогой вид отдыха. Есть цены также, да, от 150 в области мы встречали, от 110 до 150, вот такая цена, на довольно-таки, да, доступна, да, за сутки. А где можно дізнатися, например, про такие своєрідні, якщо можна сказати, в лапках тури? По Луганщине. Я уже об этом говорила вот несколько минут назад, что это в во-первых, есть отдел культуры и туризма областной. Ну, тобто на сайтах подскажут. Я маю на увазі, ні на яких сайтах, ми не знайдемо. На сайтах я скажу, що можна знайти. Можна. І навіть фотографії, і умови ти, у тих, яких ти будеш проживати. Так, да, ну їх не дуже багато, вони виставлені далеко, не всі. Да, не на сайтах всі, є, але не всі. Вот. Конкретно можна просто позвонити, вам завжди підскажуть, допоможуть.
Відділ культури. Ну, ми зрозуміли, що наступною програмою, яку ми побачимо, це буде програма з Біловодська, так? І коли вона вийде, скажіть в ефір? 29 января. 29 січня. А що потім? Куди потім вирушить, скажімо так, луганський уікенд? Потім буде Луганськ, як я вже сказала. Буде станиця «Прекрасні монастирі», которые мы так и сделаем небольшой паломнический тур, если кому-то это будет интересно. Вообще-то планов очень много, это перечислять, не перечислять, очень много всего. Ну, тогда не треба відкривати усю завісу и розкривати всі секрети. Анжеліко, є змога зараз побажати усім глядачам чогось, чого душа бажає в нашому прямому ефірі. Ви знаєте, це навіть з туризмом не зв'язано. Любите, будьте любимыми, чтобы каждый человек считал себя нужным кому-то, чтобы дома вас ждали, вы знали, что вас ждут и любят. Это самое главное. А то потом все приложится, и туризм, и радость жизни, и так далее. Самое главное, будьте любимыми. А оскільки зараз зима, мінус 21, сьогодні ми говорили, як не захворіти. Тому ми бажаємо ні в якому разі не захворіти, щоб ноги були в теплі, тому що луганський уікенд взимку – це взагалі-то, скажімо так, жорстоко. Гарного настрою, позитивних емоцій, творчої наснаги і всього найкращого. Вам того же.